Спартак и мемы. Меня многие спрашивают: Спартак, а вот как ты относишься к мемам с собой? А я говорю, что нормально отношусь. Что может быть лучше, чем партия хороших мемов про Спартака с утра? Только еще одна партия днем и вечером. Слушай, ну популярность же. Популярность — это хорошо. Есть реально смешные мемы. Вот, например. Или вот. А есть не смешные. Вот. Или вот. Вот этот последний вроде норм. Мне не смешно. Значит, не смешные. Всю эту херню реально начал Край 21 со своими, блядными, потными мужиками в ванной. Конечно, я сначала злился. Ну, я нормальный, хороший человек. А тут какая-то, ну, дичь. Что там, гнев, отрицание, депрессия, торг. И потом как-то смирение. С вот этими новыми сраными мемами тоже был гнев. Долго. Но сейчас, когда крупные паблики там ВКонтакте растащили, вот это. Смирение. Отличный мем про член, тем более достать. Значит, как минимум он есть. Да. Если я не могу это контролировать, то надо попробовать это возглавить. Завтра на своем телеграм-канале SJ Body Fit я выложу 100 крутых фоток со мной. В идеальном качестве. Творите.